Сегодня я раскрою секрет, как оставаться молодым, красивым, здоровым, полным сил человеком. Досмотрите обязательно это видео до конца, и вы узнаете, как сделать эликсир молодости. Для эликсира нашего молодости нам понадобится 300 грамм меда. Мед можно взять любой. У меня с подсолнухом, можно майский, любой. 2 лимона и 2 головки чеснока. Смолоть 2 лимона и 2 головки чеснока. Лучше, конечно, это делать на соковыжималке, но если у вас нету, можно использовать мясорубку. Итак, друзья, мы смололи лимон и чеснок. Все, что остается, это смешать эти ингредиенты. Ну что, друзья, наш эликсир молодости готов. Секрет бодрости, здоровья, долголетия. Как его нужно употреблять? Используем его по 1 чайной ложке каждый день натощак. И держим его обязательно в холодильник. Подписывайтесь на мой полезный канал на YouTube для всей семьи. Каждый найдет для себя что-то интересное. Благодарю.